Воскрешение Христова. Нам начальная импровизация на фортепиано. Воскресла истина, когда Христос воскрес. Христос воскрес и посрамил судей. Христос воскрес и палачи в позоре. Спас нас от заблуждений многих дней, что правы те, кто в силе и фаворе. Нет, истины лишь в искренности, он сказал. Лишь сердце право, а не ум лукавый. Нет, в храме не священник главный, а тот, кто истине пространство очищал. Тот, кто прогнал корыстных их столы, он выкинул все прочь из храма. И перед книжниками не преклонил головы и дал себя распять, хоть мог их уничтожить прямо. Нет, истина не силою сильна, она сильна прощением и любовью. Сила судей и плачей позорна кровью. Прощение же прекрасно, как весна. Пасхальная весна сияет. Воскрес Христос и все учения Его. Он заблудившихся прощает. И нет вражды. Любовь лишь мир Его. Он истину любви спасением принес для нас, и тем все человечество все спас.